Всем привет, с вами Эдвин, вы на канале Мысли о Геймице, и сейчас мы будем играть в какую-то игру, но похоже на Майнкрафт. Так, что-то тут такое есть, интересно, это... Опачки, что-то вылетело. Так. Добавить я же буду, естественно, мальчиком. Название. Ну да, ладно. Ой. Вот, так что погнали. Окей. Допустим, 1, 2, 3. Что-нибудь тоже 1, 2, 3, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Что вообще происходит? О, я что-то сделал, короче, и начал играть. Я буду играть в Майнкрафт только на компьютере. Офигеть! Домик графика. Офигеть просто. Что? Офигеть. Что? Это он так. Хотя сейчас дубинкой зарублю. Дубина тебя сейчас. Дубина это. Вау. Чтобы сделать такую-то фигню, надо сделать вот... А-а-а! Шо? А-а-а, прикинь! Ну как дубинку-то взять? Где там они? Эй, вы! Вы! Чё? Так что ли? А, надо дерево добыть. Ну все, сейчас вам каранты будет. Я иду. Это так легко. Гора странная какая-то. Он тоже дотягивается до сюда. И что? Для этого нужно дерево и береза вроде. Теперь вроде все хватает. Нет, что-то какое-то дерево надо. Нет, там дерево нужно. Где это дерево добыть? Что это такое? Эй! Что за... Я еще могу ее бить? Она меня тоже бьет? Это же кабан! Это, наверное, кабан по дубасу. Что это такое вообще? Как мне его победить? И мне это надо? Окей. Это, наверное, прибас на мое тело, да? Вот, у меня есть тростник. У меня есть инвентарь, который мне, наверное, понадобится. Так, все. Да. О, смотрите. Там какой-то, может, чудик есть. Офигеть просто. Чё? Ой, блин, возьми. Надо взять. И... Так. О! Вот так, вот так вот. И нужна гриб и веревка какая-то.
Вот грибы. Вот грибы. И веревка. А что за веревка? Вот, вот это. Наверное, полюбоваться вот эту веревку. Вот она. Это дерево. Я могу сделать. Зачем это? О! Одного фрагмента не хватает. Что это за фрагмент такой? Ну и чё? Да. Надо сделать. Понятно, надо вот это. А где это найти, я не знаю. И что это вообще такое? Нет. Вот это что это такое? А, мне сперва надо двойку убрать. Вот так. Потом шесть. Что это было? А потом, наверное, шестерка, да? А. Так это вообще ничего. Наверное, сайт, да? Это факелы, которые мне нужны. Отдай факелы. Что-то в факелах никаких не будет. Вот как это взять? А, вот так что ли? Там... Вот на что-то... Сейчас что-то вот хватает, да? Что-то не сейчас... Вот мне чувствуется, что-то не хватает. А тут, походу, круто. Да. А что это такое? А, я его поставил. Ого. Вот это ничего себе. Ничего себе. Как он может? Ладно, ну, мне сейчас надо, конечно, вот сейчас. А где это? А вот он. Вот это? Мне нужна веревка. А чтобы сделать веревку... Нет, мне нужна просто какая-то веревка. Может, это вот эта веревка? Это обычный кубик. Вот, смотрите, раз и все. Где веревку-то достать? Это что это вообще такое? Это вы что сделали? Авторы этой игры, вы что? Это же корова? Это на корову похоже. Знаете почему? Потому что она тоже убегает. Но не кусается. Как тебя убить? Они что, неубиваемые что ли? А вот она, веревка. С него падает веревка. Делаем. Что? Подожди, не понял. А что она делает? Короче, отложим пока. Ну-ка, если... допустим, поставить. Короче, опачки. Она думать да, нет, она мне ум дает. Вот что. Ура! Речка, круто. Там еще, подождите, там еще какой-то чудик. Это вообще кабан. Привет, кабан. Ну, мне нужен сейчас чудик. С него что-то падает. Такое, что мне надо. Это уже этот... как сказать, Таван. Что? Давай все вещи взял. Где теперь мне их искать? Так что надо все тут держать.
А, фух, ну, вон мои припасы. Они еще так показаны. Вот это точно сильный. Вот он, блин. Чудовище. Которое я теперь буду ненавидеть. Давай, забираем. Это мои вещи, это мои-то. Это мои точные вещи, я знаю. А ты между... Вот, именно ты. Ты вообще меня чуть ли не убил. Так, что это такое? Давайте F. Это... Что это такое? Ладно. Это что-то такое. Ну, ну-ка, допустим, вот. А, это, короче, не, это просто ничего. Все, погнали. Я хотел в речку пойти. Может, там в речке что-нибудь внутри есть? Уи-и-и. А дыхалка у меня есть? Давай нормально плавай. Ну-ка, я что там? Я... А он что, спит? Я сделал просто чудо. Он просто высоко. Привет! А, проснулся. Опа. Тихо. Ой! За мной бежит. Индостранец. Иди сюда, ты. Иди сюда, ты. Убегаешь. От меня. Все. Так, я там какую-то руду, что ли, нашел? Этот, где она там? О, смотрите, я нашел какую-то руду. Это уголь? Ой, что это такое? Так если получается копать, наверное, что-то попадется, да? Опа, опять попалась. Такая же самая руда. Вот так. Я тут такой подкоп сделал. Так, что тут такого интересного вообще в этой игре? Понятно. Бегаешь, изучаешь, выживалка. Ну и чё, выживалка, да? Отпад. Просто мне охота. Вот, допустим, я хочу сделать меч. Меч. Нет, меч. Меч. А мне надо 5 таких и одну такую. Я знаю, где это найти. У меня будет супер ружье. А тут уже это отпад какой-то надо. Так что делаем. Уи-ха! Так, 5 таких. У меня еще 4 надо таких. 1, 2, 3, 4. Готово. А где вот этих найти? Это легкотня. Только надо быстро бежать. О, такие зеленые. Вот, давай, тебе, Кась, подеремся с тобой, да? Подеремся. Мощно, мощно бьет. Давай, выиграем. Мы выиграем. Офигеть. Вон, в ту сторону. Ну, что-то с него вы... Что-то я подобрал, когда убил. Это очень сложно убить вот этого чудика, а потом будет легко, потому что... Потому что мы сделаем себе крутой меч и будем всех валить. Самое главное сейчас вот это подобрать. Готово. Так, а себе что выпало?
Офигеть, что-то с него такое выпало. Это походу на голову, да? Нет. Короче. Создаем мой будет любимый меч. А интересно, это меч? Офигеть, там уже камень надо искать. Так. Допустим, погнали. Это вообще меч? Это меч! Это меч! Давайте над кем испытаем. Это что, дырка для меня, что ли? А если срубить, допустим. Ой, такое дерево, походу, оно супер крутое. Супер дерево, короче. Ну вот, у меня есть вот такой меч. Вот, пока он спит. Ушли. А если одного тронуть? Походу, наверное, уже он побыстрее, он вообще быстро убивает. Но только попробуй, и он уже убьет его. А, зеленых можно бить. Зеленый убегает, вот что. Вот зеленых надо, короче, бить. А не вот таких. Это, видите, они нападают, они вот нападают, да. Я вижу, что ты умеешь нападать, чувак. Вот, а с них уже какие-то странные вещи выдают. Ну вот, где он там, зеленый? Вообще надо искать зеленых, походу, да? Я так для себя понял. У меня мало жизней. Ладно уж. Телепорт поставлю, пусть я. Там где там. Телепорт поставлю я его. Вот так. Нолик. Вот сюда. Угу. И давай сражаться! Ха! Ты! У! А! На! 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 Вот, то куда ты убил? А, нет, я его выиграл. Ого, с него что там выпало. Очень интересно. Так что телепорт я поставил не зря. Зря, точнее, наверное, поставил. Вот, допустим, тебя давай. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Бойся меня. Вот теперь боится. Очень странно. А, у меня, получается, там вещи остались? Что? А, да, у меня тут целая куча вещей. Я это никогда не оставлю тут, это все мне надо. Ну, чё, давай еще раз. Уа! А, его тут легко. Потому что я его уже выиграл. Еще тогда я с ним дрался. Я ни одного урона не снес. Так, мало урона. Я уворачиваюсь еще от его ударов. Ну, теперь какую-нибудь броню можно сделать. А, у меня тут... Я могу хоть что сделать с этой шерсти. Но вот тут надо какое-то мясо. Уф. О, жесть. Тут еще и всякие слюнявые штуки надо. А, вот это жесть. Что это такое? А, можно из разного сделать, что ли? Я тогда уже делал из вот такого бревна. Ну ладно.
Короче, мы сейчас будем строить... О! Это что это вообще такое? Для чего это интересно? Короче, ладно, не важно. Строим домик. Это, короче, это надо убрать. Вот такой дом. Озеро. А вот тут такой вход. Ну нет, забери. Все, что ли? Ох. Очень печально. Такая печальная песня. Все, типа, печально. Жесть. О, быстрее туда. Давайте послушаем музыку. Что это такое? Было. С собой беру меч, полюбасу. Вон оно! Опять! Ой! Смотри, то, что разбудил. Вот они, вот они, вот! Ой, с них что-то такое волшебное, короче, падает. Я нашел. А, что это такое? Что это? Уберите от меня, уберите! Ого, нифига бьет! Уберите это от меня! Они уже эти. Ты... Просто офигеть. Они вот очень злые, сразу говорю. У них не нарывать. А, так это они просто злыми стоят ночью. Офигеть. Отстань вот от меня, как раз ты. Быстрее. Вот когда я шарюсь где-то, ты меня убиваешь, да? Вот где-то реально я шарюсь, а он меня убивает. О, нет. А, о, хорошо. Офигеть, просто. Я думаю, я потерял все. На самом деле нет. Так. Один вопрос. А как сделать кровать? Ой-ой-ой. Наверх.
Я наверх. Может, что-нибудь наверху реально найду? Реально, может, я что-нибудь наверху найду? Кто знает. Надо наверх садить. У нас два блока прыгают, офигеть. И то в Майнкрафте на один блок. А тут сразу на два, на три. Там какие-то чудики спят. Вот и камень, которого был нужен. А из камня можно сделать, конечно же, наверное. А, мне еще не хватает парочку штук. Ого, там уже ледяные. А вот теперь можно это сделать. Ура! Что-то я сделал. А что там делать? Ну что, нажал. Ну и что? Офигеть просто! Что из этого? А делай что? Хоть что сделай. Зелье даже! О! Да ну! Это, пожалуй, не надо. Заберем. А что мне надо? А мне надо? А где она? Офигеть, что это такое? Эта игра зашибись просто сделали в стиме. А это что это? Это какие-то... Опа, я туда не лезу. Я вот это буду собирать! Я буду ледышки собирать. Что? Что? Чё там? А надо-то? А, тут какая-то фигня. Самое главное, это ледышки! Ой, температура, температура. Это же игра, просто нарываемся. Стоп. Нолик. Ставим. И сохраняем. Вот так вот. Где там? Иди сюда. Ну, с первого раза может меня убить. Вот так вот.